устали сегодня, 30 марта. Хотела мыть окна в Пасхе уже, чтобы было у меня к этому к верному воскресенью чистенькие окна. Но однако у нас вот такая зима. Пришла опять не весна, а зима. Хлопьями снег, холодина ужасная. Только проталинки начинают вот быть, но опять зима. Вот так, окна останутся, наверное, грязные. К обеду у нас еще больше замело, еще больше стало мести. Вот такая у нас весна на 30 марта. Вот так все кругом. Снегу еще плюс снег. Вот такая весна у нас красна. Окна красота на улице. Вчера был дождь, а сегодня вот такой снег. Облепил все деревья, все березки. Машин не видно. Вот такая красота. На дорогах, конечно, ужасно. Березки согнулись. Ветка прям, о, согнулась.